В зоне АТО боевики продолжают поливать огнем украинские позиции. С начала суток зафиксировано 10 обстрелов. Досталось даже детскому лагерю под Волновахой. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Обстрел начался примерно в 2 часа ночи. На тот момент в лагере находилось около 10 работников. Последние несколько месяцев заведение готовили к открытию. Это единственный детский лагерь во всем Волновахском районе. Первые залпы пошли, потом минут через 10 вторые. Ну, люди, конечно, тут такие, кто там нигде не служил, перепугались, начали прятаться. Ну, в общем, потом утром уже начали смотреть здание. Оказалось, ближайший снаряд разорвался всего за несколько сотен метров от лагеря, выбив стекла в двух корпусах. И хотя повреждения не катастрофические, курортный сезон на грани срыва. Гарантии, что сюда снова не прилетит, нет. Просто цинизм в высшей степени под угрозой срыва процесса оздоровления сезона 2017 года. А мы планировали оздоровить порядка 440 детей. Останні події в Авдіївці, Красногорівці, а тепер тут під Волновахою цілком можливо можуть свідчити про те, що бойовики свідомо обрали тактику залякування мирних місцевих мешканців та нищення соціально важливих об'єктів інфраструктури. Пятилетний Кирилл со своей мамой Татьяной бежали из Донецка от войны сюда. Но война так просто не отпускает. Периодически Кирилла будят среди ночи и ведут в подвал прятаться. Начало стрелять вот так вот. Бах, бах. Сначала свист, потом был взрыв такой большой. Был под прифронтовым городом и еще один обстрел. От этого места до Волновахи всего несколько километров. На горизонте виднеются многоэтажные дома. И поэтому засеянному полю отработала вражеская гаубица. Причем понять логику этого обстрела совершенно невозможно. Поблизости нет вообще никаких военных объектов. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал «Интер».